Добрый вечер. Добрый вечер. Так, ну что, давайте попробуем продолжить. Меня только что выпустили из больницы, я не то чтобы идеально себя чувствовал и не поручусь, значит, что то самое, что смогу в полной мере отвечать ставкам. Тем не менее, вроде это самое, вроде состояние сравнительно нормальное. Значит, итак, напоминаю, что наша задача – это разобраться, каким образом устроены поля классов, в частности, лучевые поля классов для случая функционального поля, где функциональное поле – это поле функции на кривой над конечным полем. Значит, мы предполагаем, как я уже в прошлый раз дополнительно написал, мы предполагаем, что это кривая, исходная кривая у нас полная и геометрически связанная. Значит, соответственно, все точки на ней есть, которых не хватает. И когда мы будем заниматься модификацией этой кривой, в тыкву будут превращаться только те точки из дивизора, которые мы собираемся выкинуть, а все остальные точки планируется, что есть. Значит, теперь мы собирались построить по кривой, как известно, можем построить и ГБА. Теперь, если мы зафиксируем некоторый модуль это есть не что иное, как просто эффективный дивизор. Значит, то по этому модулю мы хотели бы построить лучевое поле классов, как мы это делали в числовом случае. Значит, это получается не так, а схожим, но различающимся образом. И мы вот сейчас эту разницу как раз будем выяснять. Значит, начнем с того, что, как я уже в прошлый раз говорил, значит, мы можем построить по кривой X особую кривую. Точнее сказать, эта кривая теоретически особая. Она на самом деле совпадает с кривой X в том случае, если M состоит из одной из точек степени 1. Почему? Потому что мы модифицируем следующим образом. Значит, пучок колец на кривой XM по сравнению с кривой X. Значит, мы сначала рассматриваем носитель дивизора M. Дальше выкидываем все точки от P1 до PS из кривой X, заменяя их на единственную точку P0. Значит, и при этом мы исходим из того, что вне точки P0 пучок колец у нас точно такой же, как и был раньше, а в самой точке P0 локальное кольцо представляет собой кольцо функций, которые сравнимы с константой по модулю нашего дивизора F. Легко видеть, что если M – это дивизор, состоящий из одной точки, то это кольцо то же самое, которое и было раньше. И поэтому, значит, ничего не изменится, и соответствующая кривая XM будет совпадать с кривой X. Значит, что-то существенное начинается с того момента, как наш дивизор начинает быть отличным от точки степени 1. Значит, ну, как я уже в прошлый раз приводил примеры,
в том случае, если, например, наш дивизор М – это двойная точка, то соответствующее подкольцо уже не совпадает с кольцом всех регулярных функций, а состоит из тех регулярных функций, которые сравнимы с константой по модулю квадрата локального параметра. Начну легко видеть, что локально-аналитическое такое кольцо порождается квадратом и кубом локального параметра, и, соответственно, значит, если рассмотреть локально-аналитический соответствующий объект, то это будет КАСП. Значит, если же мы возьмем, скажем, две разные точки, то соответствующее локальное кольцо в точке P0, ну, P1 и P2 разные точки степени 1, тогда локальное кольцо в точке P0 у нас будет состоять из регулярных функций, которые из функций регулярных и в P1, и в P2, таких, что значения их там совпадают. Ну и нетрудно видеть, что это локально-аналитически, это есть просто точка самопересечения с касателями, определенными над основным полем. Как получить точку самопересечения с касателями, не определенными над остальным полем, нет, основным полем? Нет, ничего проще, надо взять тоже одну точку, не две точки разных, а одну точку только степени 2. Значит, и то, что получится, даст нам в результате КАСП уже с касателями неопределенными над основным полем, даст нам, самопересечение с касателями неопределенными над основным полем, что очевидно из того, какой пример взять. Значит, теперь как работать с кривой XM? Виноват. Ну, это особая кривая, у нее есть арифметический род, который очевидным образом есть, обозначается он пи. Он есть обычный род плюс степень дивизора минус единичка. Это лишний раз показывает, что когда степень дивизора равна единичке, то арифметический род – это обычный род, что и неудивительно, поскольку кривая в этом случае гладкая. Значит, теперь линейная эквивалентность, как устроена на XM. Значит, линейная эквивалентность устроена следующим образом, что если будем рассматривать только дивизоры, которые не затрагивают точку М, естественно. Значит, и два дивизора эквивалентны, значит, если М эквивалентны, если D1 это есть D2 плюс дивизор функции, которая сравнима с единицей по модулю М. Ну или то самое, можно это заменить на условие, что уже сравнимы с константой по модулю M, поскольку дивизоры одинаковые. Значит, теперь мы можем рассмотреть группу классов дивизоров, как обычно. Это группа классов, группа дивизоров по модулю вот только что определенной линейной эквивалентности. Значит, я напомню, что мы рассматриваем только те дивизоры, носители которых не пересекаются с M, не пересекаются с носителем M. Значит, и в этой группе есть подгруппа классов степени 0. Значит, при этом обращаю внимание на то, что группа классов степени 0 – это конечная группа, но она не есть фактор группы Идели. Значит, она есть фактор группы Идели степени 0. Что же касается группы классов с индексом m полный, то эта группа уже бесконечна.
даже если исходное поле у нас как по условию конечно. Значит, соответственно, для того, чтобы нам получать, мы знаем, что лучевые поля классов должны бы получаться как поля, отвечающие фактор группам вот этой вот группы классов с номером m, но при этом, значит, она бесконечна, поскольку, значит, и нам хотелось бы ее факторизовать дальше. Обращаю внимание, что в числовом случае, отвечающая данному модулю группа классов, у нас конечна. Значит, причины этого мы сейчас чуть-чуть попозже увидим, значит, из-за чего имеет место этот контраст. Значит, мы тем самым, значит, можем написать, тем не менее, теорему Риммана-Роха можно написать ровно в таком же виде, в каком она фигурирует и в гладком случае. Ну, во-первых, надо бы определить H0 и H1. Для этого надо определить расслоение, ну или пучок, отвечающий дивизору. Значит, это очень просто. Значит, а именно мы можем, соответственно, вместо дивизора O от D, который мы рассматривали на гладкой кривой, мы будем рассматривать дивизор O' от D, который будет отличаться следующим. Значит, это, естественно, этот пучок, это есть подпучок постоянного пучка рациональных функций на нашей кривой. И отличается O' от D от O от D тем, что во всех точках, кроме P0, это одно и то же. А в P0, поскольку наш дивизор D не захватывает носителя, то значит надо считать, что в P0 это просто если что, как H3. H3 я определил выше, я напомню, значит, то самое. И что H3 это под кольцо функций, которые сравнимы с константой по модулю нашего модуля. Значит, после чего можно написать теорему Риммана-Роха в виде, значит, LM от D минус EM от D. Я напомню, что это то же самое, что размерность H0 от штрих от D, а это размерность H1. H штрих от D. Есть единица минус арифметический род на этот раз плюс степень D. Значит, это общая теорема Риммана-Роха, и пользуясь теоремой Риммана-Роха, мы можем определить закон сложения на чем именно, значит, как это делается ровно, значит, и в случае обычного якобиана. Мы должны определить, мы должны рассмотреть симметрическую степень. Но на этот раз не степени G, а степени P, где P уже не обычный род, а арифметический. Значит, и теперь что для этого нужно сделать? Значит, для этого нужно поступать следующим образом, что если у нас есть какие-то две точки M и N на этой симметрической степени,
то мы должны выбрать дивизор R такой, что он M эквивалентен M плюс N минус P помножить на точку P0. Значит, сейчас, секундочку. У нас вообще арифметическая степень определяется. А как у нас вообще симметрическая степень определяется? Симметрическая степень определяется обычным образом. То есть это то самое пимерное многообразие, значит, которое, точка которого есть набор разных, набор каких-то точек на нашей кривой с профакторизованной по симметриям, то есть с точностью до порядка. Ну, понятно, это как бы такое описание на точках, да? А вот... Ну, да, это описание на точках, вот оно ровно так и устроено. Как написать симметрическую степень с помощью уравнений, но тоже можно сделать. Значит, я не буду сейчас этого делать, но это чисто формальная процедура. Ну, окей, хорошо. Там какие-то геометрические детали надо при этом отслеживать, но мне сейчас не очень хочется в них углубляться, потому что я вообще не планирую, собственно, всю эту алгебраическую геометрию в подробностях обосновывать. Моей задачей является описать, как выглядит ситуация, значит, а алгеброгеометрическими стандартными фактами мы будем пользоваться свободно более-менее. Значит, понятно, что таким образом определенный групповой закон, но это также то, что здесь делается, это то же самое, что определение с помощью теоремы Риммана-Роха группового закона на эллиптической кривой. Значит, просто там симметрическую степень можно брать первую, а здесь надо брать некоторую. Значит, на произвольной кривой это то же самое, что определение структуры Якобиана геометрическое. Значит, мы знаем, что геометрически определить Якобиан, алгебраическую структуру Якобиана можно с помощью теоремы Риммана-Роха. Вот мы, собственно, этим здесь и пользуемся. Значит, какой бы мы ни взяли дивизор степени 0, если d степени 0, скажем, то всегда можно решить уравнение вот это вот уравнение всегда можно решить в эффективных дивизорах. Значит, ну вот, собственно, исходя из вот на этом эта формула и работает. Значит, первое обстоятельство, которое стоит здесь отметить, что на самом деле групповой закон-то мы вот так определили, и можем проверить его алгебраичность. Ну, здесь пока что только алгебраичность, в смысле алгеброгеометричность, значит, пока что здесь только формулы определили. Нам надо будет проверить, что сложение, значит, это есть операция, задающаяся многочленами. Это проверить можно с точностью до того, что не обязательно многочленами. На самом деле, то, что получится, это не обязательно групповой закон настоящий, а это групповой закон с точностью до открытого множества, то есть рациональный групповой закон. Значит, отображение сложения на самом деле имеет особенности. Ну, в смысле, может иметь особенности, и никак гарантировать, что значит, особенностей нет, и нельзя. Но дальше вступает в действие общая теория, а именно, значит, на самом XP действительно никакого
группового закона, кроме рационального, вот таким вот образом определенно не придумаешь. Но есть общая теорема Вейля, которая говорит, что если есть на XP рациональный групповой закон, то существует какой-то бирациональный эквивалент на XP многообразия. На котором групповой закон уже настоящий. Значит, это общая теория, она несложная, это общая теория, на самом деле, хотя некоторые не очень короткие вычисления надо производить. Значит, и мы будем считать, что мы это знаем. Так вот, если считать, что мы это знаем, вот это XP-штрих, это и будет наш обобщенный КБА. Значит, обобщенный КБН, который определен при любом M, но при этом, если M тривиален или состоит из одной из точек степени 1, то обобщенный КБН совпадает с обычным. Если же M любой, кроме вот этих двух случаев, то обобщенный КБН уже не совпадает с обычным. Сейчас, то есть он с точностью до бирациональной эквивалентности определен. Что-что? Он с точностью до бирациональной эквивалентности определен. Ну, он как бы в этом бирациональном классе он единственный. Ну, то есть, грубо говоря, значит, групповое многообразие одно в этом бирациональном классе. То есть нет двух разных, бирегулярно неизоморфных групповых многообразий в этом бирациональном классе. А, окей. Вот так оно устроено. Значит, значит, теперь, значит, сейчас, секундочку, я потерял нить немного. Значит, что мы знаем про этот ЕКБА? Значит, давайте мы его попробуем описать. Значит, и пусть у нас есть какой-то дивизор, который равен нулю вне S. Значит, тогда этот дивизор можно представить в виде n минус m, где это два элемента симметрической степени, плюс степень дивизора помножить на p0. Ну, точнее, не равен, а эквивалентен. С точностью до нашей стандартной эквивалентности. Значит, и каждый дивизор эквивалентен какому-то дивизору вот такого вот типа, и тем самым мы можем представить, тем самым мы получаем отображение из дивизоров. Я обозначаю M, потому что они не задевают носители. В наш обобщенный КБА. Значит, ну кто там в ядре, значит, там в ядре находятся главные дивизоры, но не только главные дивизоры, потому что P0 и все ее кратеры тоже находятся в ядре. Значит, значит,
Соответственно, мы получаем теоретическое множественное отображение. Если мы ограничим на точке наше отображение θ, то мы получаем теоретическое множественное отображение из x без s в наш Якобиан. Я обозначу его таким же точным образом. Значит, это отображение, в частности, дает нам изоморфизм теоретико-групповой между классами дивизоров степени 0 по отношению к М. Вот этот вот промежуточный Якобиан, это есть теоретико-групповой изоморфизм. Значит, обращаю ваше внимание на то, что здесь фигурируют только дивизоры степени 0, в то время как в теории полей классов у нас фигурирует в цельная группа классов Идели, и никаких указаний на то, что надо рассматривать Идели, ну и вслед за ними дивизоры степени именно 0 нету, значит, хотелось бы, и интерпретации подлежит полная группа классов Идели, и именно ее конечный фактор группы представляет собой группу Галуа Абелевых расширений. Значит, поэтому нам надо разобраться, значит, каким образом сделать здесь, пойти по правильной дорожке между всеми дивизорами и дивизорами только в степени 0. Ну вот этим мы сейчас займемся. Давайте я напомню структуру. Собственно, никакой загадки структура этого Абелева многообразия не представляет. Значит, а именно оно сюрреективно накрывает обычный Якобиан. И ядром является некоторая алгебраическая группа РМ. Значит, какова группа РМ у нас есть, я бы это уже один раз писал. И все это надо профакторизовать по константам. Значит, что собой представляет каждый отдельный фактор в этом произведении? Значит, ну, эта группа, значит, фактор одних единиц по единицам сравним с единицей по модулю МП. Значит, и это есть, значит, мультипликативная группа обмножит на полиномы вида единичка плюс и так далее, плюс что-то на t в степени mp минус 1. Характеристики 0 – это просто МП минус первая степень аддитивной группы, но характеристики P, конечно, нет, значит, там надо использовать экспоненту Хасса и Вита, и соответствующая группа будет выражена через фактор кольца, фактор группы векторов Вита.
Значит, нас в данном случае эта подробная структура не очень интересует, значит, потому что вот все, что тут написано, мы видим, значит, и в каждом факторе имеется своя АЖМ, и некую общую константу, по общей константе мы факторизуем. Значит, теперь давайте сравним с числовым случаем. Значит, что у нас было в числовом случае? Значит, мы выбирали модуль, и по модулю мы определяли, как бы ее здесь лучше обозначить, просто чтобы не путалось обозначение. Просто мы группу иделей тоже обозначали буквой Й, и сейчас она у нас попутается с... Ну, давайте группу иделей время от времени будем Y обозначить. Стараюсь нигде не запутаться. Значит, мы определяли, соответственно, подгруппу в группе иделей в числовом случае с условием, что они сравнимы с единицей по модулю M. Это во всех простых. А кроме того, плюсик в бесконечных нормированиях, где у m плюсик. Значит, и мы определяли cm как образ вот этой вот подгруппы в группе классов иделей. Значит, соответственно, значит, CM у нас была изоморфна YM по пересечению ее со звездочкой. И, соответственно, CM это была конгруэнс подгруппа, мы ее называли. Отвечающая модулю M. И во всей группе классов иделей она имела конечный индекс. Значит, соответственно, CM соответственно, фактор по вот этой вот конгруэнс подгруппе это была лучевая группа класса. Она была конечной. Отвечающая модулю M. И она была расширением полной группы классов. Где вот эта группа отвечает в тривиальном модуле. Значит, теперь видно, что в функциональном случае такой же ровный маневр не пройдет, просто потому что если определить группу YM таким же образом, как мы ее определили только что,
функциональном случае, то все элементы группы YM будут иметь нулевую степень. И поэтому, значит, соответственно, в факторе, значит, ну а полные идели состоят не только из идели нулевой степени, но и из идели всех других степеней. Значит, поэтому, соответственно, значит, индекс получится бесконечный. Значит, и тем самым нам надо то, что раньше было YM в числовом случае, это надо определить как некий нулевой кусок, а YM определить заново. Так, чтобы индекс уже был конечен. Значит, давайте нарисуем диаграмму соответствующую. Так, а D это что здесь? D это некоторое число. Значит, в зависимости от него у нас будет вместо группы C0M, которая бесконечный индекс имеет, будет появляться группа CM, которая уже будет иметь конечный индекс. Потому что группа CM, видите, она уже отличаться будет не на Z, а на Z, профакторизованное по D. То есть будет, соответственно, CM будет расширение конечной группы с помощью C0. Значит, ну как, собственно, выбрать? Понятно, что такой YM будет определяться неоднозначно. Значит, каким образом, значит, такой YM построить? Значит, ну, например, можно зафиксировать какой-нибудь простой дивизор. Пусть P это какой-нибудь простой дивизор. И дабы загнать соответствующий, значит, дивизор в нужное место, мы можем умножать Y0M на дивизоры вот такого вот вида. На идели, я прошу прощения, вот такого вот вида. Где альфа P это какое-то произвольный элемент локального поля.
Это примерно то же самое, смотрите, что делается в числовом случае. Каким образом? В числовом случае, строго говоря, у нас тоже есть степень у дивизора, значит, но для того, чтобы эта степень появилась, мы должны от Иделей перейти к дивизору Маракелова. Но поскольку вся та часть, которая у нас отвечает бесконечным компонентам, она в результате попадает в связанную компоненту группы Иделей и, соответственно, группы классов Иделей, то после того, как мы переходим к проконечному пополнению, а за теорию Галуа у нас отвечает только конечный фактор группы, у нас все, что связано с этими компонентами, исчезает. Значит, ну, за исключением там плюс-минусов, которые остаются в вещественном случае. Вот. И по этой причине это означает, что на Идель бесконечных точках у нас не налагается никаких или почти никаких условий. Что означает, что домножая на Идель бесконечных точках, мы можем произвольным образом варьировать степень. Именно по этой причине, значит, у нас и имеет все конечный индекс в числовом случае. Значит, аналогичную процедуру мы собираемся проделать и здесь. Для того, чтобы аналогичную процедуру можно было проделать, нам надо запастись каким-нибудь бесконечным нормированием. Ну, например, значит, вот той точкой P, которую я здесь упомянул, и разрешать добавлять, значит, дивизоры любой степени, сосредоточенные ровно вот в этой вот точке. Вот тогда, естественно, мы этот единственный целочисленный параметр мы таким способом убьем и получим ту диаграмму, которая у нас наверху нарисована. Значит, легко видеть, что какое D получится. Вот если мы вот эту процедуру применим, то какое именно D получится, это зависит от того, что это был за простой дивизор. Если это был простой дивизор степени 1, то очевидно, что мы все убьем, и здесь у нас D получится равно 1. Значит, если же степень больше единицы, то, соответственно, значит, D у нас будет тоже больше единиц. Значит, то есть D из предыдущей диаграммы – это степень P. Значит, ну легко видеть, что это неоднозначно. Даже если мы фиксируем D, такая конкуренц-подгруппа неоднозначно определена. Значит, а именно, если мы возьмем одну точку P, скажем, степени 1, и вторую точку P, тоже, скажем, степени 1, то одно и то же получиться не может, поскольку соответствующие дивизоры P1 и P2 должны были бы быть эквивалентны, чтобы у нас получилась одна и та же группа. Тем самым, значит, если у нас имеется некоторое количество различных линейно неэквивалентных при этом простых дивизоров степени 1, но они все линейно неэквивалентны, если это точки, значит, то, соответственно, значит, различных групп йотем, отвечающих d равному единице, у нас окажется по крайней мере столько же, а может быть и больше. Значит, последнее, что тут стоит сказать, что такое вот это z по d. На самом деле, это z по d, это понятно, что такое. Это группа Галуа, расширение поля констант внутри соответствующего лучевого поля класса. И пазл у нас сложился, потому что нетрудно видеть, что если мы рассмотрим максимальное абелевое расширение нашего поля функции на кривой с самого начала, то мы можем профильтровать это максимальное абелевое расширение полем кос-волной, которое у нас фигурировало, если помните, в самом первом вычислении, а именно полем, которое
получается из нашего поля добавление всех констант и ничего больше. Значит, и, соответственно, значит, у группы Галуа максимального обращения существует фактор группа. Фактор группа в виде Z с крышкой, значит, поскольку именно такова группа Галуа расширение поля констант, алгебраического замыкания поля констант над самими константами. Значит, соответственно, за эту часть группы Галуа у нас несет ответственность как раз та часть, значит, если за всю группу Галуа у нас несут ответственность и Дели, и, соответственно, дивизоры, то здесь у нас за эту часть группы Галуа у нас несет фактор группы дивизоров по группам, по дивизорам нулевой степени. Это фактор группы есть как раз Z, и при определение проконечного пополнения, она как раз превращается в Z с крышкой. Но это так можно сказать на бесконечном уровне, а на конечном уровне они друг с другом, естественно, запутываются. Значит, а именно, значит, пусть даже D равно единице. Значит, если D равно единице, то в этой всей картинке мы рассматриваем только абелевые расширения, в которых поле констант никак не расширено. Чисто геометрические абелевые расширения на уровне FQ, где FQ – это поле констант. Значит, если D равно единице. Так вот, на самом деле, это тут имеют место эффекты, которыми мы уже встречались, когда исследовали чисто разветвленные расширения полипериодических чисел. А именно, значит, мы можем взять одно чисто геометрическое расширение нашего поля К и другое чисто геометрическое расширение нашего поля К. Композит же этих чисто геометрических расширений, тем не менее, будет содержать в себе некоторое расширение поля констант. Значит, это эффект аналогичный тому, которым мы получали нечисто разветвленное расширение поле периодических чисел, беря композит двух чисто разветвленных расширений. Именно поэтому максимального чисто разветвленного расширения поля периодических чисел не существует. Так, хорошо. Значит, теперь давайте двигаться дальше. Так, что я хотел дальше рассказать? Так, сейчас, секундочку. Значит, теперь как, собственно, все-таки строятся поля классов? Значит, строятся они следующим образом. Значит, пусть у нас имеется, значит, давайте вернемся к исходной ситуации. Значит, у нас имеется кривая X, значит, которая гладкая, проективная, геометрически связанная. Значит, теперь мы собираемся построить вложение, ну, точнее, не вложение, а рациональное отображение нашей кривой X, мы, точнее, уже построили в соответствующий обобщенный ИКБА. Значит, и это как бы на самом деле картина общая. А именно, если у нас есть отображение F рациональное и регулярное вне некоторого множества S, которое у нас в приложениях есть носитель нашего модуля S, нашего модуля M, значит, и пусть у нас есть отображение
из вот этой вот кривой в главное однородное пространство. Над какой-то коммутативной алгебраической группой. Это ровно то, что мы делаем, когда загоняем нашу кривую в симметрическую степень. Потому что соответствующая симметрическая степень у нас представляет собой, как мы знаем, не сам якобиан, а однородное пространство над соответствующим якобианом. Сам якобиан отвечает в степени 0 дивизоров, в то время как симметрическая степень отвечает в степени равной роду, ну, G или арифметическому роду π в нашем случае. Значит, поэтому ситуация, которую мы исследуем, является ровно вот такой. Именно поэтому мы должны рассматривать отображение не в коммутативную алгебраическую группу как таковую, а в главное однородное пространство. Главное однородное пространство, давайте мы его обозначим H1, над алгебраической группой H. Тогда... Это теорема Розенлихта, по-моему. Существует такой модуль M с носителем это x минус те точки, куда f продолжается. Мы не говорим, что S это полный набор выраженных точек F. Может, какие-то не выраженные. Значит, и при этом существует коморфизм. Это уже настоящий морфизм. Из некоего JM1, я сейчас объясню, что это такое. Эквивариантный. По отношению к... морфизму. Ну, я помните, в прошлый раз формулировал, значит, что если у нас имеется отображение в самую алгебраическую группу, то оно пропускается через вот этот вот обобщенный КБА. Значит, и вот здесь мы формулируем как бы ту самую относительную версию, то есть не для группы как таковой, а для однородных пространств. Именно потому, что в версии отображения в однородное пространство у нас меньше, очевидным образом меньше произвол. Это как с эллиптической кривой. Для того, чтобы эллиптическую кривую считать совпадающей с ее якобианом, мы должны выбрать нулевую точку на этой эллиптической кривой. А если считать эллиптическую кривую однородным пространством над ее якобианом, то ничего дополнительно выбирать не надо. Структура однородного пространства, над якобианом, над собственным якобианом, на эллиптической кривой ни от чего не зависит. А структура, собственно, как многообразие, они изоморфны, но структура, собственно, алгебраической группы зависит от выбора начальной точки. Значит, то есть эта теорема используется для того, чтобы обеспечить инвариантность. Значит, ну и, соответственно, значит, у нас имеет место вот такая диаграмма, которую, естественно, ожидать в этой формулировке.
DF – исходная наша функция. Значит, я напоминаю, что FM у нас однозначно сейчас, секундочку. Ну да, значит, это все однозначно определяется модулем M. Более того, существует единственный модуль M, который делит все остальные. Где еще раз F – это то, с чем мы начали. CF – это кондуктор этого отображения. Который делит все остальные. Значит, и обратно. Любое абелево геометрически связанное накрытие H1 нашего однородного пространства H1 становится абелевым геометрически связанным надкрытием X при помощи вот этого вот отображения, значит, которое не разветвлено вне носителя. Значит, таким образом, на этом уровне, значит, теория полей классов определяется в два шага. Значит, первый шаг состоит в том, что надо, значит, мы как построить лучевое поле класса. Значит, мы действуем следующим образом. Значит, мы выбираем сначала модуль и модифицируем, значит, соответствующую группу CM таким образом, чтобы там получился конечный фактор. Значит, дальше мы обращаем внимание на то, что соответствующему модулю существует однозначное отображение из при любом отображение нашей кривой однородное пространство над коммутативной алгебраической группой, оно пропускается через соответствующее однородное пространство J1M над обобщенным якобианом. Значит, теперь дальше, каким образом мы классифицируем абелевое накрытие? Значит, абелевое накрытие нашей кривой, они все спускаются с абелевых накрытий вот этого вот однородного пространства J1M. И все, что остается, это проклассифицировать последние, а это уже вполне себе решаемая задача, потому что мы должны классифицировать абелевое накрытие однородного пространства над алгебраической группой. Ну, если это однородное пространство тривиально, то эти абелевые накрытия никто иные, как из Эгинии. Значит, если же это однородное пространство нетривиально, то нам нужны небольшие модификации, которые, собственно, вот эти все диаграммы и пытаются описать. Значит, что теперь, значит, мы еще хотим сказать про отличие функционального случая от числового, значит. Ну, в некоторых числовых случаях, значит, кроме общей теории, которую мы здесь всю восстановили, значит, единственное, что мы не восстановили, я напомню, что мы вычисления, сложные вычисления, связанные с
расширениями Кумера, при помощи которых мы доказывали второе неравенство и тем самым устанавливали закон взаимности в числовом случае, мы от них избавились, значит, потому что заменили эти сложные вычисления на простую геометрическую теорию, с каковой я начал, собственно, предыдущий рассказ. Значит, эта простая геометрическая теория была в конечном счете основана на двух теоремах. Первая из которых это есть теорема Дзеня, которая говорит, что поле функции на кривой над алгебраической расширением, алгебраическим замыканием конечного поля, это поле типа С1. Значит, это совсем несложное вычисление на самом деле. Значит, ну, можно просто явным образом задать то, каким образом представляет нуль соответствующая форма. Если мы возьмем n переменных и добавим к этим n переменных еще одну переменную, это как раз та одна переменная, которая получается за счет того, что у нас наше поле – это поле функций. У нас получится n плюс 1 переменная, значит, и нетрудно проверить, что в случае, если поле функции есть алгебраическое замыкание, даже, по-моему, не обязательно конечного поля, а просто алгебраически замкнуто, то соответствующая форма представляет нуль. Я подробности сейчас писать не буду, но эта теорема очень легкая, во всяком случае. Вот я практически набросок ее доказательств сейчас дал. Вторая же теорема, это знаменитая теорема, знаменитая, но не перестающая от этого быть тривиальной, теорема Ленга о том, что над алгебраическими группами, над конечными полями у нас не бывает однородных пространств. То есть, что все H1 от группы Галуа-Гамма с коэффициентами в точках алгебраической группы над замыканием конечного поля равняется нулю. Значит, эта теорема тоже доказывать несложно путем анализа отображение Фрабениуса минус единичка. Так, значит, и теперь, что касается, значит, и как устроены лучевые поля классов, мы теперь тоже видим, значит, что для того, чтобы определить лучевое поле классов, нам надо проделать одну неинвариантную процедуру, а именно, значит, зафиксировать некоторое число D и превратить конгруэнс-подгруппу в конгруэнс-подгруппу, которая в диаграмке, которую я рисовал на предыдущей странице, отображается в Z на D. После этого, значит, соответствующая лучевая группа классов у нас уже сделается конечным, и тем самым, значит, будет определять лучевое поле класса. Значит, это та процедура, которая, еще раз повторю, была спрятана в числовом случае в произвол, который связан с тем, что от бесконечных компонент Иделя его образ в группе классов Идели профакторизован по связанной компоненте не зависит. Так, значит, теперь что мы еще должны сделать? Секундочку. Значит, сейчас я соображу, в чем был мой дальнейший план. Значит, обобщенные кубианы мы построили. Теорему Риман-Роха написали. Мы все сделали. Значит, и главное, что мы сделали, это определили конгруэнс подгруппы.
Так, сейчас вот еще одну существенную вещь я хотел рассказать. Сейчас, секунду, у меня куда-то потерялся конспект. Сейчас. Да, вот последнее, что хотел бы рассказать, это технический метод работы с построением модуля по отображению. Значит, итак, пусть у нас, давайте все это делать на уровне группы, а не на уровне однородных пространств. Модификацию для однородных пространств я описал, что потребуется, а в подробностях давайте разбираться не будем. Значит, итак, значит, вот у нас есть наш кривая X и рациональное отображение в коммутативную алгебраическую группу. И это отображение у нас регулярно вне S. Тогда существует модуль с носителем внутри S, даже в точности S. Такой, что на всех главных дивизорах сравнил с единицей по модулю M, наша F обращается в ноль. Каким образом вот это вот проверяется? Давайте определим символы. Локальный символ. Соответствующий F и M. Значит, он зависит от F, M и точки P. И это вот что такое. Значит, это значит, что для любой функции из нашего поля мы задаем FGP, сидящий в нашей группе, со следующими свойствами. Свойство номер раз. Он мультипликативен по второму аргументу. Ну, аддитивен, точнее сказать, поскольку в группе у нас аддитивный групповой закон. Значит, следующее свойство
что если, если G сравнимо, если P сидит у нас в S и G сравнимо с единицей по модулю M в точке S, в точке P, то соответствующий символ равен нулю. Значит, третье свойство у нас такое, что если P не принадлежит S, то GP это есть не что иное, как VP от G. И, наконец, четвертое свойство, что сумма значений символа по всем точкам P равняется нулю. Ну, ясно, что этот символ в большинстве точек P равен нулю. Во всех, кроме конечного числа. Значит, такая функция называется локальным символом. Значит, теперь... А вот третье свойство, оно тоже для G, который сам, или для всех? Что-что? Третье свойство, оно тоже для тех G, которые сравнимы с единицей? Нет-нет, почему? Вот то самое. Про G вообще никакого условия сравнимости здесь не накладывается, кроме как во втором пункте. А, окей. Так он во сейчас... втором пункте это условие накладывается из сравнимости не во всех точках P, а вот в данной конкретной точке. А так для общей, это для всех элементов нашего поля. G – это произвольный элемент, только во втором пункте, значит, проверяется на неких конкретных элементах. Так. То есть он получается однозначно задан этим условием или нет? Что-что? А он однозначно задан? Он же получается однозначно задан. Однозначно определен, конечно. А, окей. Значит, проблема существования. Значит, вот такая вот функция называется локальным символом. И давайте я теперь сформулирую связь локального символа с тем, что нам нужно проверять. Сейчас, извините, я просто, может, что-то не понимаю. Мне просто кажется, что вот эти условия, они его задают, его существование. Или что? Я просто не понимаю. Ну вот определим его вот с помощью пункта 2 и 3. Или непонятно, или непонятно. Ну, как, во-первых, как определить для G, для прочих G в точках нашего носителя, это не очень понятно. А, все, я понял, да. Вот. Это только вот для таких маленьких G, ну, в смысле, близких к единице в точках носителя, она определяется равна нулю, а для остальных G никому не известно. А, все, понял, ну, окей. И вот, действительно, в точках вне S она определяется легко, да. Так. Это на этот на закон взаимности просто похоже. Что-что? Это похоже на закон взаимности. Как ну говорит. Да, совершенно справедливо. Значит, теперь давайте сформулируем теорему. M это модуль. Для F. Тогда и только тогда, когда существует символ. Если он существует, то единственный. Это почти очевидный факт. Значит, давайте проверим. Пусть G у нас сравнимо с единицей по модулю M. Тогда F от ее дивизора есть не что иное, как сумма VP от G F от P.
по второму свойству. И это то же самое, что сумма во всем P не из S. FG с индексом P. Это то же самое, что минус сумма по всем P, сидящим в S. По последнему свойству. Это равно нулю, поскольку в S это у нас равно нулю в силу вот этого свойства. Ну вот, и тем самым, значит, мы в одну сторону получили утверждение, что если символ существует у нас, то f от дивизора любой функции равно нулю. Значит, и наоборот, пусть m модуль. Нам надо определить символ. Как мы с вами уже обратили внимание, это достаточно сделать для P, сидящим в S, поскольку для P, не сидящим в S, пункт 3 определения дает результат. Значит, а вот для сидящих в S это надо определять специально. Значит, как мы будем действовать? Ну, давайте выберем каждый P, выберем функцию GP со следующими свойствами. Везде, кроме P, она равняется единице. А в нашем в точке P она сравнима с нашей функцией G. Значит, такую выбрать, очевидно, можно. Значит, и дальше мы можем определить теперь в точке P значение нашего символа. Как функцию, которая будет удовлетворять нашему свойству. Нетрудно проверить, что от выбора функции GP это не зависит, и как раз и даст искомую форму. Вот. Ну, то есть это чисто формальное соотношение. Просто мы переформулировали условия наличия модуля, мы переформулировали в терминах символов, потому что символы легче строить, чем непосредственно, значит, все это проверять. Значит, можно привести примеры. Символ это не всегда тривиально конструируется, но тем не менее в некоторых случаях его конструировать можно, и типичный прием такой, что мы конструируем символ для простых кривых, значит, после чего конструируем его же при помощи накрытия нашей кривой, например, кривой P1. Значит, ну, например, давайте приведем пример для разных просто устроенных алгебраических групп. Еще раз говорю, что в общем случае пока что я не описываю, каким образом символ устроен. Сейчас, секундочку. Значит, давайте приведем парочку примеров.
Ну, например, наша группа – это аддитивная группа. Тогда мы можем определить символ таким образом. FG с индексом P – это есть вычет. Вот F – данный логарифм G. И искомый модуль. Я напомню, что наша задача модуль построить, а не символ. Искомый модуль есть сумма по всем P сидящим S. NP на P, где NP единица минус VP от R. Все, для аддитивной группы мы символ построили. Ну, проверить 4 свойства нетрудно, значит, то самое. Первое свойство очевидно, второе следует из определения NP, а третье из формулы вычета. То есть не третье, я прошу прощения, третье следует из того, что если P не принадлежит S, то что, как у нас устроен вычет RSP? Вот f d логарифм g. Это есть f от p, естественно, на просто d логарифм g. А последнее это есть не что иное, как vp от g. Значит, что такое вычет d логарифма, мы хорошо знаем. Значит, а вот четвертое свойство следует из формулы вычета. Значит, и еще один пример – это мультипликативная группа. Значит, модуль тот же самый. Точнее, прошу прощения, значит, модуль не тот же самый, а модуль абстрактно просто сумма всех P с единичным коэффициентом. А символ устроен вот так. Это хорошо известная нам формула. Значит, все пункты легко проверяются. 1, 2, 3. Кроме самого последнего, который уже к формуле вычетов не имеет прямого отношения. Но тут надо как раз действовать следующим образом. Значит, что надо сначала проверить для x равного p1. Для нее это легко проверяется руками, как нетрудно видеть. Значит, а дальше надо использовать, что построение символов коммутирует с накрытиями. То есть если мы, ну, условно говоря, если у нас есть какое-то отображение из x в p1, значит, и при этом мы можем написать следующую формулу нормы, значит, произведение символов по всем прообразам. Есть не что иное, как символ от нормы. Где вот это вот, это что такое? Это тождественное отображение, рассматриваемое как элемент поля.
Значит, соответственно, значит, для прочих же построения, значит, это более сложный процесс, значит, и полной общности он использует некоторую довольно подробную алгебраическую геометрию. Я мог бы описать, каким образом это делается в случае характеристики 0. Все, что перед этим рассказывалось, очевидным образом никак не зависит от характеристики поля. Но это не очень было бы разумно, потому что геометрические механизмы, я, может, и прояснил бы таким образом, но они в случае характеристики P другие, а нас интересует как раз в качестве основного приложения, нас интересует случай, когда характеристика поля равна P. Поэтому я, пожалуй, оставлю без комментариев, просто укажу, каким образом, значит, каков механизм проверки того, что существует соответствующий модуль. Вместо того, чтобы проверять, что существует модуль, надо проверять, что существует символ. Значит, а что касается символа, то вот в паре конкретных случаев мы его указали, а в общем случае его тоже можно построить. Без труда, если характеристика 0, что есть для нас побочный эффект, и с некоторой возней. Ну, возня, как на самом деле, не очень большая, значит, все, что нужно, на самом деле, это теорема Шевале о структуре алгебраических групп на самом деле нужна, о структуре связанных алгебраических групп. Значит, каковы путем расширений, значит, складываются из унипотентной группы, группы мультипликативного типа и Абелева многообразия. Значит, что касается унипотентной группы и группы мультипликативного типа, мы для них уже символы только что построили в предыдущих двух примерах. Остается случай полной группы, то есть Абелева многообразия, и там соответствующее доказательство требует некого отдельного рассмотрения, но тоже не очень долго. Так, значит, ну, пожалуй, я здесь остановлюсь еще раз, значит, все, что здесь я хочу сказать, значит, что, опять же, у нас осталось за кадром построение модуля в случае произвольной связанной коммутативной алгебраической группы. Это делается легко с помощью дифференциальных форм в случае, когда характеристика равна нулю, и с некоторой возней в случае, когда она нулю не равна. Значит, тем не менее, ответ остается таким же. Так, все, сегодня мы остановимся на вот этой вот естественной точке, значит, и все, что нам осталось, это проверить теорему существования, которую мы не проверили в случае функционального поля. Обращаю ваше внимание на то, что теорема существования говорит, что норменными подгруппами являются все конечные подгруппы, все открытые подгруппы конечных индексов в группе класса Фидели, поскольку здесь у нас устройство этих конечных фактор групп немножко другое, нежели в арифметическом случае, то и доказательство, соответственно, будет немножко другим, хотя не сильно различным, не сильно отличающимся. После того, как мы это доказательство предъявим, все, больше уже ничего не будет оставаться. Значит, последнее, что хочется мне здесь сказать, это то, что явное построение полей классов конкретно в точках некоторых геометрических объектов возможно и в функциональном случае. Значит, для этого нужны модули Карлица Гринфельда. Я в следующий раз коротко скажу, каким образом это делается, с тем, чтобы получить картину, которая довольно сильно напоминает картину с круговыми полями или же с полями комплексного умножения. Значит, и вот тогда уже я надеюсь, что в следующий раз все это успею рассказать, и тем самым в следующий раз мы с функциональными полями, если Аллаху будет угодно, закончим. А на сегодня все. Какие-то вопросы? Нет вопросов. Ну, отлично, значит, все, значит, последний заключительный удар.
по функциональным полям наносим, я надеюсь, через неделю, если у меня будет со здоровьем все в порядке. Если вы вдруг, значит, почему-то не можете во вторник, через неделю, это во вторник имеется в виду, то извещайте, пожалуйста, чем раньше, тем лучше. Да, хорошо. Да я, скорее всего, смогу. Ну, сможете, хорошо. В этот раз ничего страшного не случилось, значит, это самое, я, мои планы не сильно нарушили, значит, но все равно лучше, значит, чуть заранее. Окей, все, счастливо. Все, тогда всего доброго, спасибо.